Здорово, народ! Сегодня в этом видео хочу рассказать о своем новом перкуссионном массажере. А так как это у меня уже далеко не первая модель, мне есть о чем рассказать. Тайм-коды найдете в описании. Поехали! Начнем с простого. Что такое перкуссионный массажер и зачем он нужен спортсменам? Это специальное устройство для массажа, небольшого размера, их удобно держать, легко транспортировать, они обеспечивают массаж с помощью частых ударов, которые воздействуют на ткани тела, обеспечивая расслабляющий и восстанавливающий эффект, улучшая кровообращение и уменьшая забитость мышц. Вибрационная терапия способствует облегчению синдрома боли с задержкой появления. Это естественная реакция организма на нагрузки, когда болевые ощущения в мышцах возникают через день-два после интенсивных тренировок. Наверняка вы с этим сталкивались. Это связано с накоплением молочной кислоты в мышцах, которую разгоняет перкуссор. То есть использование массажера помогает избавиться от крепатуры, которая доставляет нам столько неудобств после интенсивных тренировок. Если вы занимались самомассажем или просто разминали мышцу руками, валиком, то наверняка замечали, что после этого боль или скованность уходит. Становится легче двигаться, увеличивается амплитуда движения. Собственно, перкуссионный массаж способствует более глубокому и точечному воздействию на мышцу, разминая, разогревая ее и увеличивая свободу движения. А также помогает размять те части тела, которые самостоятельно размять не получается, будь то спина, трапеция или шея. Преимуществом использования перкуссионного массажера Yunmae Easy Pro является более низкая стоимость в сравнении с аналогами. Удобный дизайн, легкость конструкции при сравнительно высокой мощности. После 10 минут работы устройство автоматически отключается во избежание повреждения мышц чрезмерным массажем. После такой паузы массажер можно перезапустить и продолжить массаж других мышц. Вес массажера 600 грамм, вместе с транспортировочным чехлом всего 1 кг. Основные три режима имеют скорость 1800, 2400 и 3000 ударов в минуту. Время работы заявлено 46 дней, это при условии использования его по 10 минут в день. То есть время его работы 460 минут, или 7,5 часов от одного заряда. Максимальное время непрерывной работы данного аппарата составляет не более 30 минут. Самым главным для меня преимуществом в нем является наличие современного порта зарядки в виде USB Type-C. Предыдущие мои перкуссионники таким похвастаться не могут, и в случае поломки или потери оригинального зарядного устройства, или даже разрядки на тренировке, возможности подзарядить его уже не будет. Здесь же мы получили современный порт зарядки, который можно найти в любом доме. В комплекте с Easy Pro идет чехол и 4 вида головок. Шаровидная, основная, которой я пользуюсь в 90% случаев, подходит для больших групп мышц. Пуля, которая позволяет прорабатывать глубокие мышцы ног, ягодиц, стопы. Плоская головка, рассчитанная на проработку мышц большой площади, грудные, плечи, ноги. И U-образная, для точечной проработки нижней части спины, мышц шеи, рук, стоп и голени. Данный аппарат дружелюбен для новичков в этом деле. У него очень простая навигация, всего лишь одна кнопка включения на рукоятке и сенсорная панель с обратной стороны, на которой можно выбрать необходимую скорость массажа, а также индикаторное кольцо интенсивности массажа, где голубое свечение означает малую интенсивность нажатия, легкий массаж, синее свечение означает комфортную интенсивность, обычный массаж, и красное свечение сигнализирует чрезмерное нажатие, оповещая о том, что необходимо снизить силу надавливания. Еще он, в отличие от большинства аппаратов, имеет паузу. Это на самом деле очень полезная штука, так как при выключении вы сбрасываете таймер 10-минутного отключения. При установке на паузу таймер сохраняется, и вы можете точно проконтролировать время массажа. Все головки быстросъемны, легко меняются. В чехле у каждой есть свое отдельное место, поэтому их тяжело потерять, и они не болтаются во время транспортировки. У данных аппаратов есть как рекомендации к использованию, так и противопоказания. Для вашего удобства выведу их на экране, советую ознакомиться с ними перед покупкой. Отдельно, когда речь заходит о массаже, всегда упоминается эффект в области проработки так называемых триггерных точек, и под ними следует понимать спазмированные участки мышц. Такие точки делятся на несколько типов. Наиболее важно понимать следующее. Триггерные точки бывают активными, в этом случае они отдаются острой болью, и латентными. Такие триггерные точки могут не давать о себе знать, а выявляются чаще всего путем пальпации. Проблема с необнаружением таких точек чревата тем, что мышца, находящаяся долгое время в зажатом состоянии, может привести к снижению амплитуды движения, а после вовсе быть выключенной из двигательного стереотипа. Я уже четвертый год пользуюсь перкуссионными массажерами практически на ежедневной основе. После тренировок я использую их всегда. Они не дают таких эффектов, как увеличение силы мышцы и скорость выполнения упражнений, но они способствуют сокращению времени восстановления и улучшению выносливости мышц, вследствие чего мы можем чаще тренироваться и быстрее прогрессировать. Применение массажного пистолета до тренировки может дополнить вашу разминку.
Кроме улучшения кровоснабжения, будут затронуты и рецепторы, находящиеся в мышцах и окружающих тканях. Таким образом, можно подготовить не только опорно-двигательный аппарат, но еще и нервную систему к предстоящей физической нагрузке. К тому же, мы можем разогреть отдельно взятую область. Например, мышцы, которые плохо включаются в работу из-за недавней травмы, или область, на которой будет основная нагрузка во время тренировки. Массаж перкуссионным пистолетом во время тренировки может помочь в занятиях, где физические нагрузки происходят в рамках подходов, кругов с перерывами между ними, например, во время силовых тренировок в зале. Перкуссионный массаж после тренировки улучшает качество восстановления тканей. Он прокачивает кровь и лимфу через мышцы и фасции, ускоряя заживление микроповреждений и образование новых клеток, а также делая эти структуры более эластичными. Такие аппараты полезны не только спортсменам, но и людям с сидячей или наоборот работой, где приходится много стоять или двигаться. Перкуссионный пистолет может выручить, когда нет возможности ходить на массаж, в выездах на спортивные мероприятия в другой город, в соревновательный период с большими физическими нагрузками или когда все идеи для подарка исчерпаны. Зачем вообще нужен массаж? Если не брать экзотические формы, то в основном массаж — это способ управления мышечной болью, а также средство восстановления мышц после нагрузок. Как по мне, Yanmar Easy Pro – отличный массажер, однозначно рекомендую не только для себя, но и как подарок для спортсмена. Ссылочки на него найдете в описании под видео. Если у вас нет возможности регулярно обращаться к массажисту, это лучший вариант самопомощи – до, во время и после тренировок. Как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Пишите свои вопросы в комментариях или напрямую в группу ВК. И не забывайте, решайте все свои проблемы со здоровьем своевременно. Уделите этому время лишний раз, потому что если запустить, можно получить травму и откатиться на несколько месяцев назад. Поэтому берегите себя и своих близких. И до встречи в будущих видео.